Всем привет, друзья! Вы на канале Семья Тумановых. И мы сегодня открываем такую упаковку, и нам помогает Симка. Точно, мы же с собой взяли Симку для помощи, да, Дим? А открываем мы сегодня мыловарню, да? Творческий набор для создания уникального мыла. Да. А Симка пускай просто посмотрит, как мы это будем делать, да? Будешь мне помогать готовить? Конечно, я тебе помогу, Дима. Мне так очень интересно посмотреть, что же у вас получится. Ну, давай уже приступим к этому творчеству. Давай. Мама. Давай, открываем? Да. И смотрим, что же там нужно нам сделать. Да, что же нам нужно делать? У нас будет свое собственное уникальное мыло, Дим, представляешь? Да, представляю. А, вот они, формочки, в которые мы сейчас зальем наше мыло. Да. Вот инструкция. Сейчас разными цветами будем заливать. А вот это для чего? Содержимое мы вытащили. Вот красители у нас получается. Дима открывает само мыло. Сейчас посмотрим по инструкции, как же нужно тут делать. И вот, так, и тут вот. Нужно мыло топить будет в микроволновке. Вот, да. Такие вот кубики у нас. Где? Давай попробуем сначала из двух кубиков сейчас сделать. Да. Вот берем два кубика мыла, помещаем в такую емкость для растапливания. Да. Ну, тут сказано поместить в микроволновку. Но сначала на 10 секунд. Старт. Мама. Так. Не растопилось еще мыло, да? Не растопилось, а нужно растопиться. Просто там сказано в инструкции, каждые 10 секунд нужно помешивать. Снова ставим микроволновку. Ну-ка, давай. Уже на 20 секунд поставим. Старт. Вот там наше мыло топится. А Дима. Горячее, не трогай только. Конечно. Угу. Тихонько оно горячее, да. Вот оно растопилось, превратилось в такую жидкую основу. Сейчас мы в него добавим красители. Открываем синий краситель. Чтобы понасыщеннее был цвет, мы сейчас еще с Димочкой накапаем, лопаточкой вот такой помешаем. Ну, вот такой уже голубой цвет у нас получился. Да, еще классный. Не, подожди, давай одного будем цвета делать, не будем перемешивать. Что мы голубого цвета сделаем? Давай, может быть, кораблик. Дима все сам делает. Какая она зеленая. Ну, он голубой потом у нас получится. Вот, залили мы кораблик в такой голубой цвет. Ну, давай еще красный сейчас цвет сделаем, да? Вот красный. Вот красный, давай. Но маловато получилось. Два кубика. Попробуем сейчас сделать 4 кубика, Дим. Два кубика положил. Давай еще, вот. Мы положили в этот раз 4 кубика. Да. Сейчас растопим его снова в микроволновке. Да. И зальем уже красным цветом, да? Да. Вот мы растопили. Так, Дим, давай. Открываем красный, да, как хотели? Да. Давай закапаем. Давай скорее закапаем. Вот, все, хватит. Давай, мешай, ложечку бери. Мешаем, мешаем. Что там получаем? Такой вот розовый цвет, да? Не очень яркий, насыщенный. А какой? Сейчас зальем. Давай, Дим, заливай. Куда? Вот, давай, там подводная лодка, что ли. Вот так Дима залил подводную лодку. Налил в
еще сюда. Ну, кораблик попало. Ну, ничего страшного, значит, разноцветный кораблик у нас будет. Давай сейчас красный смешаем с желтым, посмотрим, что получится. Не, загадил получится. Ну что? Давай. А. Вот, получился такой красивый, прям оранжевый цвет. А куда мы зашулим? Ну вот зальем вот сюда, в машинку давай. В машину. Ой. Машинка у нас и паровозик получились оранжевого цвета, да? Ну, здорово, очень яркие. Вот у нас еще тут представлены вот такие ароматы, сливочный рис. Я еще вот сюда налью. Какой еще, Дим, там ароматизатор, да, посмотрим. Я делаю... И лимончик, вот. Дима там еще что-то украшает. Сейчас пройдет полчаса, наше мыло застынет, да? И будем его вытаскивать, смотреть, что же у нас получилось. Дима там еще пытается что-то доделать. Давай лучше ароматизатор туда сделаем еще. Какой? Ну, для запаха, чтобы вкусно пахло. Вот, допустим, лимончик. Мыло наше будет лимоном пахнуть. Ну, что это какой-то цвет непонятный получился. Черный! Правда какой-то. Обожаю черный. Да, ну давай зальем его формы, что у нас там будет. Вот здесь черный. Давай желтый с синим мешаем, чтобы у нас уже ничего не оставалось с тобой, да? Да. О, зеленый получился, здорово. Ох, вот так, Дима, почти попал в самолетик. Ничего страшного. Ничего, конечно, страшного. А, Дима, смотри, какие у меня руки. Ам-ам. Оно застыло. Здорово. Смотри, как оно застыло. Можно теперь пальцы прям с меня вот так снимать. Во. Смотри. Где у меня еще? Как свечка прям. Застывает, только еще вкусно пахнет, и с ним можно пойти помыть руки. Вот, так, Дима, что там, ароматизатор долил, да? Давайте попробуем нашу формочку долить, может быть, что-то интересное из этого получится. Мыло в фигурках застыло. Ну-ка, давай посмотрим, какие формочки у нас получились. Вот такая форма. Это что за форма, Дим? Это паровоз. Паровозик. Давай следующую будем смотреть. Очень легко вот так достаются из формочек. Это что? Машинка. Так, следующая. Ух ты, двойная какая-то у нас получилась. Смотрите, двойной цвет. Кораблик, да? Вот такая подводная лодка. Вот так вот не очень хорошо у нас получился самолетик. Но мы потом еще попробуем. И вот такой вот у нас фиолетовый корабль получился. Мы сами смешивали цвета с Димой. Смешали синий и красный, и получился фиолетовый кораблик. Симка, тебе понравилось делать с нами мыло? Конечно, понравилось. Это такое увлекательное занятие. Можно мыть корабликом ручки, машинкой, да? Всем спасибо за просмотр, друзья. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока!